Думаете, это убийство? Очевидно, что да. Чем я могу помочь? Когда вы подозреваете кого-то в убийстве мужа? Да, это я. Но февраль, это было давно. Какое это отношение имеет к убийству Саймона? Я бы хотела поговорить с адвокатом. Пожалуйста, у вас нет орудия убийства, у вас ничего нет. И все, что мы тут друг другу рассказывали, просто сказки. Ну, не знаю. Может быть, надо было сорваться и забрать что-то, поэтому и гнала. И этого явно не было в моем расписании. Но я не могу вспомнить, что было в феврале. Вот же ж мать твою. Я могу уйти? Вы собираетесь меня арестовывать? Нет? Вас просто засмеют. Адвокат от вас мокрого места не оставит. Да. Я понимаю свои права. Нет, адвокат не нужен. Да, не нужно адвоката. За что вы меня арестовываете? Как я уже говорила, я сорвалась зачем-то, убегала от чего-то, надо было что-то взять. Иногда я просто быстро езжу. Если хотите, можете меня за это арестовать. Арестовываете меня? Нет. Идите в жопу. Откройте эту дверь. Милая комнатка. Это вы сюда людей приводите, когда арестовываете? Черный кофе, спасибо. Без сахара. Я и так сладкая. Меня зовут Ханна. H-A-N-N-A. На английском это палиндром. Одинаково читается и с начала, и с конца.
Но принцип зеркала здесь не сработает. Оно не настолько симметрично. Извините. Ханна Смит, место жительства Гластон-стрит, 31. Саймон. Саймон Смит. Работает в фирме «Стекло братьев Эрнстов». Делают окна из любого стекла. Но Саймон создавал нечто особенное. Зеркала, замысловатые окна, штучки для артистов. Великолепные вещи. Сотовый телефон? Да. Кажется, у стекольщиков есть один, но только для работы. Не могу вспомнить номер. Он на кухне. Видела, что заряжается. Ну, рост Саймона 6 футов, русые волосы. Телосложение среднее. Гладко выбрит. Если появляется щетина, он ее сразу сбривает. Но это не потому, что она рыжая. Я принесла фотографию. Меня попросили привезти. Она была сделана в прошлом году, когда мы отдыхали в Риме. Это лучшее, что у меня есть. Объятия Рокингтонов. Рок. Управляющие местная пара, Питер и Сьюзен. Там есть постояльцы, с которыми Саймон любил выпить. И барменша, которая у них бывает, Хелен. Питер сказал, что Саймон заходил и немного выпил. Да. Старенький Амстрад. Никто им давно не пользуется. Есть принтер, даже можно письма писать. Саймон иногда играет в игры. Типа, залезь на башню, спаси принцессу. Такое все. Да, спасибо. Пожалуйста, найдите Саймона. Я его так люблю. Конечно. Наверное. Я занимаюсь счетами, бумажками, всем, что связано с деньгами. Для меня несложно будет найти. Хотите, чтобы я вам их занесла? Когда мы были порознь, мы общались с помощью шифра, вычитанным в книге. Условный стук. Так делали военнопленные. Мы стучали по батареям или по полу. Папа думал, что это мыши, но не смог их найти. Но все равно завели кота. Когда умирают прекрасные люди, все говорят, что это какой-то знак. Помните принцессу Грейс? Грейс Келли.
Она погибла в автомобильной аварии за год до нашей встречи с Саймоном. Мы использовали спиритическую доску, чтобы поговорить с ней, и это дало нам силу найти его. Тогда мы так думали, что люди, которые трагически погибли, оставляют после себя какую-то магию. Мы обычно делились своими снами, просыпались и сразу записывали их в дневник, чтобы сравнить их. Нет, он не ведет дневник. Этим занимаюсь я. Я веду его уже сколько себя помню, еще с детства. Помогает подытожить день. Когда тебя заставляют описать что-то словами, помогает объективному восприятию. Все на одной странице. Через дорогу от дома, где жили мои родители, жила акушерка по имени Флоренция. Мы с Ханной родились в одно и то же время. Акушерка принимала роды. Меня душила пуповина. Возможно, Ханна мне на шею набросила. Акушерка сказала матери, что я мертва. Но это было не так. Она написала об этом в своем дневнике. Удивительно, что люди делятся подобным на бумаге. Флоренция была хорошим человеком. Но мне кажется, она была сломлена. Когда я обнаружил ее дневник, я также нашла старую банку из-под печенья. В ней было много всего. Старые газеты, письма, все такое подобное. Там была ее история. Я никогда не говорила с ней об этом. Я была слишком маленькой, чтобы понять. Я просто отложила это на потом, когда стану старше. Она любила детей. Хотела завести большую семью. Но ее муж погиб на войне. Она думала, что этот брак навсегда. И не думала никогда, что сможет еще раз выйти замуж. Разве это не странно? Она была вдовой с 20 лет. Но, наверное, тогда все было иначе. Ну, знаете, женишься один раз и не думаешь о других браках. Мне кажется, было трудно быть вдовой военного. Отдавать дань памяти. Я не знаю, может быть, в этом еще что-то было. Я не знаю. Когда мне было 8, мама умерла. Упала с лестницы. Несчастный случай. На тот момент я уже прочитала дневник и знала, что она мне не настоящая мать. В тот день я сожгла дневник и покинула дом. Перешла на другую сторону улицы. Да. Я не уверена, откуда появился кукольный домик. Может быть, подарили, а может быть, уже стоял там. У них бы не хватило денег купить такой. Он был такой огромный. Должно быть, его занесли на чердак по частям, а потом собрали там. Он прекрасен. Обои на стенах. Маленькая мебель. Свет работал. Зеркала, кровати, одеяло, подушки. Мы часами напролет играли, придумывали всех этих персонажей, семьи, которые там жили.
Мы даже им паспорта и дневники придумали, прорабатывали их историю. Однажды туда угодил мотылек. Мы оставили свет. Он издавал просто ужасный звук. Пытались убить его, но это было непросто. В итоге мы его прибили томом «Арабских ночей». Хотите, чтобы я что-то сыграла? Ну, я не тяну на крутую гитаристку. Хорошо. Наверное, придется настроить. Нет. Все нормально. Как насчет традиционной баллады? Вам должно понравиться. Собрались две сестры у моря погулять. Ветер и дождь. И старшая столкнула младшую в воду. О, ужасный ветер и дождь. Обе были влюблены в капитанского сына. О, ветер и дождь. Но ему лишь младшая была нужна. О, ужасный ветер и дождь. И старшая завидовала младшей. О, ветер и дождь. Ее милому лицу и длинным светлым волосам. О, ужасный ветер и дождь. И вот столкнула ее в воду и удерживала там. О, ветер и дождь. Наблюдала за тем, как та медленно тонула. О, ужасный ветер и дождь. На волнах качала тело туда-сюда. Ветер и дождь. Качала, пока корабль не причалил. Ужасный ветер и дождь. И вышел оттуда капитанский сын. О, ветер и дождь. Святой отец, здесь лебедь плывет. О, ужасный ветер и дождь. Дальше будет совсем странно. Думаю, нам лучше остановиться. Когда она вернулась домой, Саймон наслаждался праздничным чаепитием. После она рассказала Саймону обо мне, сказала, что я беременна. Сказала, что хочет, чтобы к ним переехала сестра, о которой он никогда не знал. И тут до нее дошло. Ее взгляд... Она поняла. Она выгнала его из дома. Выгнала вон. Позвонила мне в слезах, и я пошла к ней. У меня было предчувствие. Я что-то услышала в ее голосе, но не поняла, что... Она назвала меня сестрой по телефону. Никогда меня так не называла. Моя сестра исчезла. И больше никогда не появится. Thank you.
Я думал, это будет звучать подозрительно. Это ненормально, ехать на другой конец страны. Я просто хотела, чтобы все было проще. Я знаю, что было глупо не рассказывать вам все. Сказав, что я провела ночь в Глазго, когда пропал мой муж, это просто... Я думала, что это отвлечет вас от более важного. Сейчас все иначе. Теперь он... Я взяла машину и поехала. Просто ехала на север. Хотелось убраться оттуда как можно дальше. Когда я наконец остановилась, я уже была в Глазго. Я очень устала. Просто хотела спать. Да. Я приехала в Глазго, была вымотана, поэтому свернула с дороги и уснула в машине. Проснулась от того, что проехал мусорный грузовик. Я заправилась, купила кофе и печенье. Попыталась позвонить Саймону с таксофона и поехала назад. Да, это часы Саймона. Подарок от Эрика. Получил в этом году. Это был подарок на годовщину свадьбы. Стальные. Выбирала, наверное, Диана. У нее очень хороший вкус. Это время. Значит, меня можно исключить. Я же была в Глазго. Нет, я так не думаю. Глазго был пуст тем ранним утром. Когда я приехала в Глазго, я была вымотана. Улицы были пустые. Я ехала плохо и врезалась в такси. Слегка. Только краску поцарапала. Парень так разозлился, что у меня не было с собой прав. Но когда я сказал, что беременна, он убедился, что я поехала в больницу, чтобы меня проверили. Все было нормально. В больнице должны знать время, когда меня осматривали. И есть царапина на машине. Спросите в больнице. Я не понимаю, в чем трудности. Мы же уже выяснили, что я была в Глазго, когда его убили. В больнице что, не подтвердили? И что бы сделала ваша жена? Она бы не убила вас. Вы думаете, я убила Саймона, потому что он мне изменял? Я не убивала его. Меня там даже не было. Я была в Глазго, волнуюсь, живет ли мой ребенок все еще внутри меня. Зачем мне вообще убивать Саймона? Я любила его. Все произошло так быстро, мы даже особо не поговорили. Можно сказать, без слов договорились. Ребенок, вот что имело значение. Мы помогали друг другу. Прибрались. Мы разобрались с зеркалом и ее одеждой. Отнесли тело в подвал. Мы знали, что у меня, у нас есть алиби. Мы хотели, чтобы тело нашли позже. Мы хотели, чтобы подозрения пали на нас, чтобы мы потом смогли развеять эти подозрения.
Лучше держать тело в доме, чем кто-то увидел бы нас с ним. Часы. Это была моя идея. Чтобы алиби сложилось. Он был одет в рубашку. Голубая рубашка с черепахами и джинсы. У него были часы. Очень крутые. Подарок от его босса, Эрика. У него было пальто. Длинное серое пальто, как у медвежонка Паддингтона. Он точно взял его. Дома его нет. Кажется, когда я поехала домой, было около 8, типа того. Вернулась домой к 3. В 3. Нет, за последние пару недель никого не было. Разве что сантехник приходил где-то 3 или 4 недели назад. Какой-то знакомый Саймона из Рока. Мне кажется, это произошло тогда, в тот первый раз, в доме, в его постели. Я забеременела. Удивительно, правда? Волшебная сперма, мать ее. А еще говорят, молния не бьет дважды в одно место. Я ему не сказала. Выждала 3 месяца. У меня нестабильный цикл, но 3 месяца. Я всегда думала, что мы бесплодны. Мы обе. Я ему не сказала. Ждала. Мы с Ханой встретились в день нашего рождения. Я рассказала ей, думала, она порадуется за нас обоих. Кажется, так и было. Ханна, Ханна, Ханна. Чего ты добиваешься разговорами о Еве? Бедный Саймон. Да, меня зовут Ханна Смит. Вот дерьмо. Простите. Она увидела меня из окна и сказала зайти внутрь, а потом она меня спрятала. У них был чердак, место, где Ханна могла играть. Там был кукольный домик. Она спрятала меня там. Никто никогда не ходил на чердак. Это место принадлежало только ей. Ну, моя подруга Ева, она была моей подругой в детстве. Ей больше везло с мальчиками, и я ее за это ненавидела. Понимаете,
порой по-настоящему ненавидела. У мамы и папы не было причин обращать внимание, они всегда были заняты. Если Хана много ела, им было все равно, она вес не набирала. У девочки здоровый аппетит. И если они слышали, как мы разговаривали на чердаке, то думали, что это Хана просто играет в игры, а Ева — это ее воображаемая подруга. Однажды она уже оделась и готовилась пойти в школу, а я проскользнула в туалет. Мама увидела меня в нижнем белье и взбесилась. «Немедленно одевайся!» Я пошла в нашу спальню, и через секунду вышла готовая Хана. Мама была поражена. Близнецы? Серьезно? Вы правда меня об этом спрашиваете? Вы с ума сошли? Близнецы? Флоренция забрала меня с собой. Мама не ожидала близнецов и радовалась здоровому малышу. Думаю, она была рада, что Флоренция занялась чисткой. Убрала все свидетельства, дав возможность лишь радоваться. Флоренция растила меня в своем доме. Я никуда не выходила. Она меня никому не показывала. Не так уж странно видеть акушерку с ребенком. Заботу о принадлежностях, подгузниках и так далее. Я не знала ничего другого. Я росла и смотрела из окна. Видела ее. Через дорогу. Словно отражение в зеркале. Она была мной. Нет. Были только я и она. Евой она хотела назвать своего первого ребенка. Они говорили об этом и хотели попробовать, когда он вернется. У Флоренции было целое семейное древо с историей первенцев, поэтому они были убеждены, что это будет девочка. Сложно понять, было ли это все правдой. Все эти истории, которые я помню, которые читала в детстве. Может быть, я что-то не так прочитала, может быть, что-то не так поняла. Иногда я с трудом вспоминаю, что было на прошлой неделе. Да, я унаследовала его от родителей и имела смысл перебраться туда, мне и Саймону. Казалось, что мы вернулись к самому началу, до беременности. Это напомнило мне о юности, кукольный домик на чердаке, старые вещи. Мы долгое время не ночевали в спальне родителей. Мы украсили ее, когда въехали, но прошел целый год перед тем, как мы стали там спать. Ладно. Это было после ужина. Я говорила с родителями Саймона по телефону. Закрылась рана, и внезапно мне показалось... Я вспомнила, что говорила его мама. Она говорила о былом. О грустных вещах. О времени, когда мы жили там. О ребенке. В подвале лежит несколько коробок, детские вещи. Вещи, которые нам так и не понадобились, а у меня рука не поднялась их выкинуть.
И внезапно я вспомнила, что когда смотрела там неделю назад, эти коробки, они были не в том месте. Мне стало жутко. Я пошла за фонариком и сразу вернулась назад. И увидела эти мусорные мешки. Я открыла их, увидела тело. Я закричала, а потом вызвала полицию. Да, когда я была маленькая, я много читала и смотрела телевизор. У нас был кукольный домик, он до сих пор на чердаке. Это своего рода волшебный замок. Мы играли там и придумывали собственные истории. Ну, нормально. Относительно. Я сегодня вернулась домой, и это было странно. Знаю, что ваши люди там были, лазили в моих вещах, словно меня ограбили. Хуже, определенно. Я не знаю. Я еще не смотрела в подвале. Они отправили туда чистильщика. Он сказал, все как новое. Им пришлось выбросить некоторые вещи. Не смогли убрать кровь. Я все еще жду звонка от коронера, чтобы назначить дату похорон. Будет кремация. Ну так что? А могли волосы попасть откуда-то еще? В смысле, у нас есть много кукол на чердаке. У нас есть кукла Рапунцель с длинными светлыми волосами. Может быть, оттуда? Это Рапунцель. История начинается с ее рождения. Ее матушка Готель, ведьма, забирает Рапунцель у родителей и держит заперти в башне. Рапунцель понесла от принца. Матушка Готель в ярости. Она отрезает ей волосы и выгоняет. А вообще, у нее здесь короткие волосы, поэтому это уже произошло. Она выгоняет ее в дикие земли, где Рапунцель воссоединяется с принцем, который ослеп. Но она вылечит его слезами, поэтому это счастливый конец. Это слишком много. Какие волосы? Ладно. Я и раньше сдавала кровь. Вам для записей нужно? Ничего похожего со мной раньше не случалось. Кровь. Это, наверное, самое ужасное, что со мной происходило. Я сплю на правой стороне кровати, если смотреть от двери. Это можно понять, потому что у меня две подушки, а у него одна. Хорошо. Я припарковалась на улице. Место было занято, пришлось в конце дороги остановиться. Я подошла, постучала в дверь, ответа не было. Я взяла ключи из сумки и открыла дверь. Главный замок был открыт. Я знаю, потому что, когда пытаюсь повернуть ключ влево, он не идет. Я вошла. Пальто Саймона на вешалке не было. Я не увидела его обуви на полке. Я его позвала. Сразу пошла на кухню, потому что обычно он сидит там, пьет чай и читает газету. Но его там не было. Потрогала чайник, он был холодный. Быстро заглянула в гостиную, ничего. Поднялась наверх в спальню, его там не было.
Я не стала его искать, потому что было и так ясно, что его нет. Пошла в душ. Телефон зазвонил, пока я была в душе. Я не ответила. Думаю, это был Эрик. А потом я настолько устала, что прилегла на кровать и заснула, хотя и не планировала. Я проснулась через несколько часов и удивилась, что рядом со мной никого нет. Потом я вспомнила, где я была и что произошло. Снова позвонил Эрик, на этот раз я ответила. Позвонила Дагу и Элеоноре. А потом я решила пойти к вам. Достаточно? Я нашла работу. Знаете, чтобы внести свой вклад. Даг знал кого-то, и я стала кухаркой в начальной школе. Там сказали, неважно, умею я готовить или нет, главное не отравить детей. Так что, как видите, между мной и Саймоном всегда были трудности. Никогда не было только нас, всегда было давление. Да, я убираюсь сама, каждую неделю. Может, меньше. Как-то я спросил Элеонору, как часто нужно убираться, и она сказала, если спросят, скажи, что раз в неделю. Но раз в пару недель тоже нормально. Кажется, она просто хотела поднять мне настроение. В смысле, когда я там была, она пылесосила каждый день. Знаете, как в заказном доме. Вы же знаете нынешнее поколение, нацепляют маску храбрости. У нее есть сигареты в заначке. Даг даже не знает, что она курит. Когда я была там, я видела. У нее есть такие фарфоровые вазы узорные, рядом со стопкой Reader's Digest. А внутри сигареты. И они до сих пор у нее. Когда я последний раз была, я посмотрела вазу, и там новая пачка. То есть все эти годы, они вместе... И она хранит такой секрет. Это должно было остаться тайной. Если Саймон мертв, это не значит, что нужно выдавать все его секреты. Это не имеет никакого отношения к тому, что произошло с Саймоном. Никто не убивал моего мужа, потому что тот потратился на романтических выходных в Оксфорде. Там была конференция. Что-то о двойном остеклении. В Оксфорде. Вы уверены? Что бы он стал делать в Оксфорде, если там не было конференции? Я помню, как звонила ему. Он сказал, что там было скучно, и большую часть времени он провел в баре. И вот я съехала, сняла маленькую комнату, набила тату, чтобы отметить это дело. Пела по вечерам в баре, так что у меня хватало денег на оплату аренды. Так и повелось с тех пор. Я не пустила корней. Я не существую. Он увидел, как я пою на одном из моих выступлений. Чистая случайность. Правда, я вообще не знаю, что он там делал. Позже я пила в баре. Он подошел, мы разговорились. Я знала, кто он. Ясное дело, я знала. Но он не знал, кто я такая. Он был просто очарован подобием.
угадал мое имя по татуировке. Сказал, что это палиндром, чтобы впечатлить меня. Я наслаждалась. Было прекрасно просто сидеть там и разговаривать с ним после всего того, что было. Он не сказал, что женат. Не знаю, о чем он думал. Потом он сказал мне, что это все было как во сне. Во сне наяву. Нет. Я сказала ей, что это был один из парней, которого я встретила в баре. Я думала, она была счастлива. Но я ощущала, прям как она думает, почему же у них с Саймоном не получается. Они жили реальной жизнью. Почему же так? Да, у нас есть общая машина, кавалер, и фургон для работы. Купил его Эрик, но приглядываем за ним мы. Обе машины уже здесь, припаркованы на улице. Не знаю насчет ключей для фургона, поищу, когда вернусь. Меня не было дома всю ночь в пятницу. После ссоры, после того, как Саймон ушел, я тоже ушла. Я была расстроена и хотела уйти. Поэтому взяла машину. Я уехала через день, в субботу. Я поспала несколько часов в машине. И когда проснулась, сразу поехала обратно. Саймон не отвечал на мои звонки, я хотела с ним пересечься. И когда я вернулась домой, Саймона там не было. И я... Простите, здесь есть мусорка? Да. Я свернула на обочину и уснула в машине, прямо у дороги. Я была вымотана. Нет. Все это неправильно. Мешки. Я думаю, что они с нашей кухни. Вы наверняка можете это проверить. Мы никогда не ходим в подвал. Мы просто складываем туда вещи, которые нам не нужны. Папа выращивал там грибы. Мешки были заклеены лентой. Вроде бы упаковочной. Мне кажется, она наша. Так, был вечер пятницы. Мы поссорились. Он ушел. В субботу он не вернулся. Я ждала весь день. Он должен был помочь Эрику с чем-то в субботу. На работе он не появился. Эрик стал звонить ему. Я проверил урок, местную забегаловку. Там сказали, что видели его в пятницу ночью и все.
И сегодня утром его не было. Это совсем на него не похоже. Все еще не вернулся к ужину, а уже темнеет. Поэтому я решила прийти к вам. Его родители тоже ничего не знают. Я забеременела. У наших родителей снесло крышу. Они решили вопрос о нашей свадьбе без нас. Мы не могли себе позволить отдельное жилье. Саймон бросил школу, пошел работать на полный день к стекольщикам. Все благодаря Эрику. Мы переехали к его родителям. У них была отдельная комната для нас с ребенком. Если он родится. Это было время перемен. Время для самой себя. Прожить эти месяцы полной надежды. Нет. Я потеряла ребенка. Произошел выкидыш на 8-м месяце. Мы продолжили жить у родителей Саймона, пока... Но это было всего на пару месяцев. Потом умерли мои родители. Это был худший год в моей жизни. Сначала выкидыш, потом мои родители. Если страдала одна, должна была пострадать и другая. Содранная коленка, синяк. Когда у меня выпал первый зуб, пришлось и у Ханны вырвать тоже. Однажды я переспала с парнем, у которого была девушка. Та девушка подошла к Ханне на следующий день и ударила ее по лицу. У нее появился огромный синяк. Той ночью пришлось сделать мне такой же. Кажется, она переборщила. Я глаз не могла открыть несколько дней. Но она для меня умыкнула замороженный горошек с кухни. В любом случае, наши тела были синхронизированы. Месячные начались в один день. Детские болезни, отравления. Можете себе представить? А я пыталась. Я пыталась забеременеть, но никак не выходила. Переспала с кучей парней, мужиков. Организм отказывался. Я думала, что месячные прекратились из-за нее. А оказалось, я больна. Как мы могли продолжать быть одинаковыми? Ханна все просрала, мать ее. Наши пути разошлись. Мы стали разными. Мама и папа так и не узнали об этом. Мы хорошо скрывались. Наша схожесть помогала всех обвести вокруг пальца. Если одна из нас была с похмелья, другая шла в школу. Кто лучше знал предмет, тот и сдавал экзамен. Но между нами хватает различий. В чем-то хороша одна, в чем-то другая. Да. Я хотела рассказать Хане. Чувствовала вину за поцелуй. Но потом стало казаться, что так и должно быть. Делиться, как и раньше. Он никогда не упоминал ее. Был Саймон со мной, и был Саймон с ней. Казалось, что это разные Саймоны. Но... После поцелуя, в следующий раз, он привел меня домой.
в дом наших родителей, в их дом. Так что это определенно был он. Иногда мне казалось, что он сознательно хочет быть пойманным, чтобы убедиться, что мы разные люди. Он рассказал мне о своем браке и что его жена совершенно не похожа на меня. Я чуть от смеха не лопнула. Я жила на чердаке. Это было очень тяжелое время. У меня была депрессия. По-прежнему страдала от венерического. А как-то утром я спустилась, и они были мертвы. Они легли в кровать, и на этом все кончилось. Им было очень плохо. А я все проспала. Полиция сказала, что дело в грибах. Отец был экспертом по грибам. Он постоянно брал нас с собой, когда собирал грибы. Учил нас, как распознавать их. Он не мог не узнать поганки. Но полиция сказала, что так все и было. Никому в голову не приходило заглянуть на чердак. Они сказали, что это пищевое отравление. Что-то было в той еде, что они съели. Мой отец любил грибы и даже выращивал их сам. Они сказали, дело было в грибах. В это трудно было поверить. Бледные поганки. У них есть юбочка вокруг шляпки, меня отец научил. Но у полиции не было оснований полагать, что это подозрительно. Они же жили одни. И никому не было смысла причинять им вред. Нет, кота нет. У моих родителей при жизни был. Звали Домино. У него была такая черная штучка с белыми точками. Мы ничего не делали с этой дверцей для кота. Может быть, достаточно худой человек мог пролезть в нее? По итогам это был ужасный год. Мы жили у Дага и Элеоноры. Я потерял ребенка в конце весны, и родители умерли летом. Это было жаркое лето, настоящее пекло. Так вот, когда обнаружили тела, это было просто ужасно. Из-за обстоятельств, от того, что они умерли вот так вот вместе, пришло много полицейских, судмедэкспертов. А мне пришлось смотреть. Это все из-за жары. Это ужасно. Нет, они были заперты. Большую часть окон вообще трудно открыть. Летом духота. Отец закрасил их. Он не мог случайно оставить дверь незапертой. Еще с черного хода есть дверца для кота. Нет никакого другого человека. Я не знаю, что это за белый парик. Это может означать что угодно. Вы проверили кошачью дверцу? Парик
В смысле, а что за парик? Нет, я никогда не носила парик. А что за парик? Нет. Родители решили сыграть свадьбу. А после свадьбы Ханна переехала с его родителями. С ней я никак не могла поехать. И поэтому мы снова разделились. Я осталась на чердаке. Было тяжело. Казалось, что меня не существовало. Я выбиралась, но чтобы никто меня не узнал, я стала носить парик. Мы с Ханной договорились встретиться в парке. Я пыталась забеременеть, но не получалось. Я не могла это сделать со знакомым, поэтому пришлось заниматься сексом с незнакомцами, пьянчугами, которых встретила в клубе, в парках, в переулках. Мне было 17. Меня словно наказывали. Но эта Ханна предала нас. Мне пришлось прекратить, когда от одного из парней подхватило венерическое заболевание. Когда мы встретились, встреча была напряженной. Впервые мое отражение не было похоже на меня. Она была толще, свежее. А я словно таяла. Порой было тяжело смотреть. Мы поговорили о том, что делать дальше. Настало ли время обрести себя? Похоже, что это было бы правильно, но никто из нас этого не хотел. Сошлись на том, что они с Саймоном как можно скорее обзаведутся квартирой, и я перееду. Таков был план. Было 9 или около того. Я шла к ней. Она меня ждала. Она была в ярости, злая, как черт. Так злиться можно только на себя. Мы кричали друг на друга, спорили, ревели, дрались. Я ударила ее, оставила синяк. А она содрала мой парик, разорвала его. В конце концов, мы устали драться, и я ушла. С того момента, как я проснулась, ладно, я проснулась, Саймон уже встал и приготовил мне яйца Бенедикт на день рождения. Нам обоим нужно было идти на работу, поэтому мы оставили подарки на потом. Я пошла на работу, взяла кусочек торта, дети спели мне с днем рождения. Потом я пришла домой. Праздничный обед был из кафе на вынос. Саймон сделал мне подарок, который мне был не важен. А потом мы говорили о ребенке. Все это переросло в большую ссору. Саймон ушел. Я была в бешенстве. Я хотела убраться оттуда как можно дальше, чтобы собраться с мыслями. Вот я и ушла. Нет. Я спала в машине. Ушла примерно в 9. Меня там не было. В спальне. Не может быть. В спальне. Thank you.
Серьезно? Ладно. Продолжаю. И он вынес ее тело на причал обсыхать. О, ветер и дождь! Тут скрипач со скрипкой мимо проходил. О, ужасный ветер и дождь! Из волос ее смычок себе соорудил. О, ветер и дождь! Из ее длинных волос смычок соорудил. О, ужасный ветер и дождь! А из пальцев костей сделал колки он. О, ветер и дождь! Да, из пальцев костей колки сделал он. О, ужасный ветер и дождь! А еще он сделал корпус из грудины ее. О, ветер и дождь! Единым звуком растопить способный сердце лед. О, ужасный ветер и дождь! Но единственный лишь звук та скрипка может издавать. О, ветра и дождя! Да, единственный тот звук, что может скрипка издавать. Ужасных ветра и дождя. Все, что вы поете, может быть использовано против вас. Полагаю, можно и так сказать. Но мы оба были счастливы пожениться. Это была прекрасная свадьба. Наш первый танец был под «Come Back and Stay». Не уверена, что это хорошая песня для свадьбы, но она мне нравилась. Я ее выбрала. Это был наш первый танец. До этого мы раньше не танцевали. Возможно, за этим было ужасно наблюдать, но мне понравилось. В тот момент казалось, что существуем только я и Саймон. Только мы вдвоем. Ладно. Здесь девушка, она смотрит в окно. Ей грустно. Она взаперте. Она здесь, потому что ее мать ее не выпускает. Да, нам было 17. Люди говорили, что у нас была милая свадьба. Саймон отлично смотрится на фотографиях. За все платили его родители. Он их единственный ребенок, для них это было принципиально. Это был брак по принуждению. Но по фотографиям этого и не скажешь. Платье было прекрасным. Будто принцессы Дианы. Шлейф, правда, не такой огромный. Есть отличные фотографии, где подружки невесты помогают вытаскивать его из машины. Простите. Картинка. То, как она нарисована, просто я вспомнила книги, которые читала в детстве. Я перечитывала эти сказки снова и снова, они такими реальными казались. Рапунцель была моей любимой. Она въелась мне в мозг. А есть какие-нибудь в цвете? Я прошла? Простите, что смешала все с историей Рапунцель. Вы хотите, чтобы я прошла снова ту карточку? Мы были одержимы сказками. Не только всякими красивыми, но и традиционными тоже.
Они были мрачные и реалистичные, странные и жестокие, жизненные. У нас была огромная старая книга. Кажется, мама купила ее на распродаже в библиотеке. Иллюстрации были покрыты пленкой для сохранности. Цветные, блестящие. В начале книги был указатель иллюстрации, и мы читали его больше, чем сами истории. Читали подписи вслух, а потом листали. Нечто интимное было в том, чтобы отгибать пленку и рассматривать картинки. Отрезанные волосы Рапунцель, орел, вырывающий сердце, принцесса, уколовшая палец. Да. Мы дрались. Однажды мы подрались на пляже, и я держала голову Евы под водой. Вокруг никого не было. Мы были на другом конце пляжа. Я опустила ее голову под воду и так и держала. И в тот момент мне хотелось убить ее и смотреть, как она тонет. Но это все, просто момент. Потом мы помирились. Это были отношения от любви до ненависти. Нет. Все любили Саймона. Он же стекольщик, денег у него не так много. Я не знаю. Не знаю. Мы любили нашего кота, Домино. У него был такой маленький колокольчик на шее, чтобы он не убивал птиц в саду. Мы писали записки и запихивали в колокольчик. Передавали так друг другу сообщения. Мама как-то нашла пару записок, но решила, что я самой себе пишу, потому что у нас почерк одинаковый был. А еще у нас были специальные слова, поэтому она все равно ничего не поняла. У Ханны случился выкидыш. Она была на последнем сроке, и это сделало ее бесплодной. Словно Вселенная сама корректирует направление. Мы снова были на равных. Но Ханна и Саймон жили у его родителей. Они поженились. Саймон работал стекольщиком. Эрик устроил на полный день, когда тот бросил школу. И вот... Нет, татуировок нет. Есть шрам на животе. Идет прямо до бедра. Порезался каким-то стеклом. Это было давным-давно. Выглядит так же, как и на фото. Но здесь он без очков. Снимает их перед камерой. Но обычно ходит с ними, чтобы видеть лучше. Когда читает газеты или меню в ресторане. Вообще, он не большой любитель читать. Больше любит телевизор смотреть. Дело было не столько в подарке. Эта ссора, она назревала очень давно. Подарком было зеркало. Красивое зеркало. Он сделал гравировку на стекле. Такие зеркала у принцесс в сказках. Он сделал его специально для меня. Ну, на его одежде
Это логично. Он его сделал вручную. Он кистью наносил серебро на стекло. Это не то, как делают зеркала сейчас. Он сделал это зеркало и отдал его мне. Это был мой день рождения, как вы и сказали. Мы хотели отметить его дома, и мы отметили. Он отдал мне подарок. Кажется, он мне не понравился. Она сказала, что решила подождать, когда он вернется. Надела мой парик и что-то еще из одежды. Притворилась мной. Они говорили. Она наслаждалась возможностью быть мной. Он сказал, что хочет быть со мной. Потом достал подарок. Еще одно зеркало. Такое же, как он подарил ей ранее. Этот уникальный подарок. Она была в бешенстве, разбила зеркало. Они ругались, кричали, он ударил ее. Она схватила осколок зеркала, резко развернулась и полоснула его по горлу. Она хотела отпугнуть его. Когда полиция позволит мне вернуться домой? Они сказали мне взять сумку с одеждой, но... В полицейском участке? Да. Когда была маленькой. Мы сбежали с моего дня рождения. Боб Дилан выступал в Лондоне. И мы подумали, что можем пробраться в его тур-автобус и уговорить взять с собой. Водитель такси, которому мы заплатили. Мы копили деньги, брали тут и там, чтобы оплатить проезд честно. Он заподозрил нас, потому что мы были слишком маленькими, и он позвонил в полицию. И они приехали, забрали нас обратно в Портсмут. Мама забрала меня из участка. Но я обвинила во всем свою подругу Еву, и родители отвязались. Они, наверное, думают, что это классно, что их отец детектив полиции. Ладно. Звучит странно. Я не очень умею выдумывать истории. Да, как история, с началом, серединой и концом. Хорошо. Ну, у нее нож. Она готовит, кажется, готовит его любимое блюдо. Она его жена. Он спит, она не хочет его будить, потому что он болен. Поэтому она такая печальная. Потому что он болен и может умереть.
Это довольно печальная история. Не знаю, чем закончится. Саймон мне никогда не изменял. Он был предан мне, а я была предана ему. В жизни нет ничего простого. Мы хорошо относились друг к другу. Жизнь — это не сказка. Делаешь, что можешь. Ну, она мне не родная, но она вырастила меня. Хотите послушать? Это настоящая сказка. Сказки. Истории про исчезнувших принцесс, злых ведьм, волшебных зеркалах и потерянных детях. Так что видите, даже до того, как я узнала правду, я находила ее в этих книгах. Нет. Мне кажется, он говорил с Хелен. Она была расстроена из-за нашей ссоры, но я не знаю, что он ей сказал. Ему нравится Хелен. Он любит блондинок. Нет. То есть да, мы ссорились, но он никогда не исчезал. Он всегда возвращался, и мы мирились. Только так. Да, конечно, если это поможет. Вы мне позвоните заранее и сообщите, чтобы я точно была дома. Да, она должна быть в его кошельке. Виза. Серебряная. Он не любит тратить деньги, которые не видит. Поэтому предпочитает расплачиваться наличными. Но Эрик убедил его сделать одну. Нет. В смысле, он был... Все любят Саймона. Он был таким... милым, со всеми. Он любит меня. Его тело... оно казалось ненастоящим. И его горло... кажется, оно было перерезано. И я не увидела его очков. Он носил такие толстые очки. Но не всегда. На его горле. Но как?
как я и говорила раньше, было три или около того. Я зашла, увидела Саймона. Он лежал на полу. Горло перерезано. Было много крови. Он был мертв. Да, они легли в кровать, думая, что это грипп или что-то такое. Соседи позвонили, и я своим ключом впустил их. Мы нашли их мертвыми в кровати. Они так лежали несколько дней, никто не заметил. Это просто ужасно. И так скоро, после моего выкидыша. Это худший год в моей жизни. Я так рада была выйти замуж, а потом... Мать твою! Сейчас имеет значение только ребенок. Саймон мертв, но ребенок, частичка его будет жить в малыше, в нашем малыше. Вы пытаетесь что-то накопать, и я не понимаю для чего. Нет, я никогда ни с кем не изменяла. Я никогда ничего ни у кого не брала. Саймон мертв. Но мне теперь нужно заботиться о ребенке. Зачем вы пытаетесь меня расстроить? Почему вы так помешаны на сексе и изменах? Вы своей жене изменяете. В этом все дело. Репетировала? Да вы задаете один и тот же вопрос, вот и получаете один и тот же ответ. Это ваше доказательство? Конечно же, я думаю о том, что произошло. Я только об этом и думаю. Мой муж мертв. Потом она сказала, что хочет помочь. Сказала, что я должна к ней переехать. Что она все расскажет обо мне Саймону. Я ее семья, а ребенок не должен жить в комнатушке. Я просила ее не говорить Саймону. Просила подождать. Диана очень хорошая. Помогает стекольчикам, организовывает рождественские вечеринки, все такое. У них есть два ребенка. Замечательные дети. Она приглядывала за мной, когда я здесь работала. Мы провели брачную ночь в отеле на Брайтоне. На большее не решались, экономили для ребенка. Было чудесно находиться в отеле, вдали от дома. Только вдвоем. С тех пор мы всегда старались сбегать на праздники. У него есть бумажник. Огромный, дурацкий такой. Кожаный. Настоящая кожа вроде бы. Он пихает туда все подряд. Визитки, рецепты, лотерейные билеты.
Всегда носит его в заднем кармане. Наверное, поэтому у него проблемы со спиной. Смещение позвонков. Я бумажник нигде не видел, так что думаю, он у него. Саймон всегда вынимает его из кармана. Вынимал. Когда заходил, если был дома. Эрик ему был как дядя. Они были очень близки, проводили много времени вместе, особенно на конференциях. Вы знаете его жену Диану? Не особо. Он бы пошел в кабак. У него там друзья по бутылке, но никто из них никогда домой не приходил. Иногда Эрик, его начальник, и его жена приходили на ужин. Так мы отплачивали за услугу. Диана очень хороший повар, со всеми этими модными ингредиентами. В последний раз Саймон готовил что-то из мастер-шефа. Он увидел рецепт в Сифаксе, а я немного комментировала в стиле Ллойда Гроссмана. Мне пришлось искать сладкий укроп в супермаркете. Вы когда-нибудь ели сладкий укроп? Влюбленные с детства? Что-то типа того. Вы женаты, детектив? Нет, спасибо. Другой детектив сказал, что принесет мне. Восемь лет назад. Это было подарком себе самой. Мне не следовало пить кофе, будучи беременной, но от него так трудно отказаться. Но от одной чашечки-то ничего не будет. Нет. С меня на сегодня хватит кофе, спасибо. Может, стакан воды? Кофе, пожалуйста, с сахаром и молоком. Синяк? У меня очень быстрый метаболизм, поэтому такое у меня быстро исчезает. Не знаю, много ли я смогу рассказать, кроме того, что рассказал другому полицейскому. Я нашла тело. Я... О, Боже, я не знаю. В смысле, наверное, в Роке. Вы со всеми там поговорили? Кто-то должен был видеть, куда он пошел. Я не знаю. Столько всего могло пойти не так. Она плачет, вроде бы. Ей грустно, потому что она думает, что видела своего мужа с другой женщиной. Но
все в порядке, потому что она узнает, что это был не ее муж, а его брат. Так что все нормально. Мама хотела, чтобы я отрастила длинные волосы, но я сама их обстригала. Я хотела выглядеть, как мое отражение. В детстве у нее были короткие волосы. Мама прятала ножницы, но я все равно находила способ. Брала нож и отрезала. Мое отражение все время выходило из дома и отправлялось на поиски приключений, но я не могла. Мама обучала меня дома. У меня были книги и телевизор. Телевизор — это нечто волшебное, но работал через пень-колоду, поэтому большую часть времени я проводила за книгами. Самоубийство? Нет. Он бы на такое не пошел. Он на такое не способен. Не такой человек. Причинить себе вред? Нет. Саймон не из тех, кто может убежать или сделать что-то чокнутое. Кто-то, наверное, что-то с ним сделал или произошел несчастный случай. Так что нам делать дальше? У стекольщиков. Я работала там по выходным. Саймон тоже устроился на подработку. Все благодаря Эрику. Он всегда стремился помочь детям. Саймон был тихим, но более смышленым, чем другие. Уже тогда у него были задатки ремесленника. Никакой суетливости. Парни в его возрасте обычно бегают вокруг да около, не зная, что делать. А еще его внешний вид. Будто сказочный принц из одной из моих книг. Да, когда училась в школе, работала не полный день в магазине. Это что-то вроде наследственного. Мой отец там работал, моя мать там работала, пока я не родилась. Я занималась бумажной работой, сортировкой, печатала накладные, все в этом духе. Для девушки тогда это была хорошая работа. Я не стояла за кассой, я была довольно стеснительной, это было не по мне. Thank you.
А что, если они были сумасшедшими? Все время рассказывают про каких-то психов. С чего кому-то, кто знал Саймона, убивать его? Да. Первый раз был очень странным. Осознание пришло к нам одновременно, кажется. Возможно, мы и видели друг друга раньше, но тогда... Впервые пришло осознание, что это не отражение. Отражение же не может пялиться на тебя в ответ. Мне кажется, мне было 5 лет. Это был мой день рождения. На отражении был праздничный колпак, и оно махало мне. Я из книг узнала, что это праздничный колпак. И тут меня осенило. Сегодня день моего рождения. Я помахала в ответ, и мы просто кучу времени провели, копируя движения друг друга. Мне так кажется. В смысле, чтобы попасть в наш сад, нужно пролезть через другие. Все сады находятся рядом, и поэтому нужно пересечь один, второй, 3 сада, чтобы попасть в наш. Кто-нибудь что-то видел? Кто-нибудь видел кого-нибудь? Незнакомца? Ладно. Ее преследуют. Они пытаются поймать ее, потому что она сделала что-то плохое. Полагаю, она нарушила правила. Или, может быть, они думают, что она сделала что-то плохое. Может быть, это была не ее вина. Она выглядит напуганной, а не виноватой. Может быть, это была ошибка. Поймали ли они ее? Я не знаю. Да, это оно. Он сам сделал особую вещь. Он сам сделал, сам украсил. Это его. Где вы нашли? Зеркало. Не припомню. Я оставила его где-то наверху, кажется. Больше в него не смотрелось. Серебряный лист? Нет. Обычно он их тщательно серебрит. Это зеркало, оно должно выглядеть антикварным. Отражение не очень хорошее. Это идеальное зеркало для тех, кто не любит смотреть на свое отражение.
Нет, он был стеснительным, как и я. Я попросила друга, чтобы Саймон пригласил меня на свидание. Первое свидание у нас было в Эдеоне на Норт-Энд. Мы пошли смотреть рискованный бизнес. Я надела свое лучшее платье. Саймон купил мне виспу, а я волновалась, что у меня шоколад останется на зубах. Саймон просто покорил Ханну. Начала ревновать. Не хотела делиться. Даже на первом свидании, когда мы отправились в Эдеон, чтобы увидеть Тома Круза. Мы обе пошли. Постоянно менялись местами в туалете. У нас было только одно шикарное платье, поэтому приходилось переодеваться. Он, наверное, решил, что у нас ужасные проблемы с мочевым пузырем. На следующем свидании была моя очередь. В конце свидания я позволила себя поцеловать. И все. Нам не нужен был другой Карл, а спиритическая доска сказала держать себя в руках. После этого была очередь Ханны. И она переспала с ним. Нарушила правила. Осознанно нарушила. Она хотела первой с ним переспать. И вот... Тогда она забеременела. От одного раза. Боже, я не знаю. Это мог быть кто угодно. Может быть, кто-то пошел за ним из паба. Но зачем он пустил домой? Бессмыслица какая-то. Ну, то есть, я не знаю. Что-то должно быть произошло с ним по пути домой. Может, он ранен. В смысле, почему он не позвонил? Это я не знаю. Я не могла работать, но я... Пожалуй, я просто ждала. Ждала вести от вас. Может, и от своего мужа. Ну, вот вам и ответ. Сколько у вас детей?
У вас есть дети? Thank you.